Hey bro, how are you? Today I got for you Call of Duty World War 2 Part 3. How are you guys? I'm fine, thank you. Please press like, go. Не могу встать. Черт! Вытащи меня отсюда. Держись, мы тебя вытащим. Надо добраться до этого медпункта. Слева! Только не умирай. Девочки в Париже ждут нас. Правда? Конечно. Дай взглянуть на твою девушку. Да ты шутишь?
Ладно, я не... ни черта не вижу. Я только вдохнул. Чуток. Нет, нет, не закрывай глаза. Эй! Дэниелс! Я здесь. Помоги! Кто-нибудь, приведите сюда врача! Я здесь! Иди! О нем позаботятся. Ты пойдешь со мной, Дэниелс. Слушайте! У фермерского дома стоит орудие GPM! Оно бьет по берегу! Вперед! Мы вернемся за тобой! Проверь патроны и гранаты! Вы слышали? По дороге, быстро! Уже иду! Бери патроны, Дэниел! Готов взять патроны! Эй, Дэниел! Когда дойдем до фермы, приготовьтесь к атаке! Живее! Они растут по берегу в клочья! Ребята, идем за мной к точке сбора. Пирсон, составь рапорт о потерях. Столько людей погибло. Но мы взяли берег. Чертовски высокой ценой. Дэниелс. А я думал, что меня не удивить. Он ведь поправится? Ага. Его хорошо подлатали. Надо было остаться на лодке. Вовремя понял.
Эй, я твой должник. Сам знаешь. Мы в расчете. Мы прорвемся. До конца? До конца. Мы взяли пляж! Лагерь ставим у второй линии кустов за хребтом. Ты принят в первую кровавую. Далеко забрался, от Техаса парень. Никто из нас не был готов. Но ты сделал все верно. Спасибо, сэр. Я... Спасибо. Все будет хорошо. Да, сэр. Да, конечно. Не знаю, кто решил, что это лучший способ освободить Европу, но я гарантирую одно. Утром на побережье их не было. Okay, guys, this part is finished. Please press like, subscribe, comment. I record for your new part. Good luck, bro. Bye-bye.